Всех витаю, дорогие мои друзья. Мы пришли в кафе «Пауль» называется. Деткам взяли молочко, а себе капучино и кофе. И сегодня погода прекрасная, и мы можем с вами полюбоваться Прагой. Надеюсь, полюбуемся Прагой. Добрый ранок. Уже бегом. Подожди, я и макаронс вообще добрала. Капучино, вот оно, капучино. Вот он, капучино, капучино, капучино. Ага, вот твое капучино. Вот остальное наше. А вот это тогда подай свет. Бабушка Таня там по телефону. А вон она идет. Уже. Он спускается. Так, все. Бабушка Таня, вы где сидите? Да. Ну давайте, ну добрый, идите сидайте туда. Ага, понятно, дякую. Ева все предусмотрит, все. У тебя Милк. Это бабушка Танина. Еве макаронс и тебе макаронсы. Угу. Дай мне вилочку, я тебе дам. Ну ні, не руками. Дай свою вилочку, я на колю тобі. Ось у ложечка, дивіться. По улі така от обстановочка. Как красивый интерьер. Мы вчера здесь были, только наверху. Сегодня вниз пришли. Так це моє? Угу. Да. Вот такой вот. Да-да. Треба кому-то цукор. Вот здесь, видите, какие эклеры. Ну, по улі всегда, конечно, эклеры вкусные. Вот это кафе называется «Пауль». Видимо, его основали в 1889 году. Очень интересный интерьер и вкусные эклеры здесь всегда готовят в этом Пауле. Макаронсы тоже. Но вечером после 6, по-моему, здесь скидка на эклеры. Но у нас почему-то получается всегда утром прийти. Потому что кофе пьем утром. Да. Тут было сердечко, да? Уже его нема. Уже его нема. Теперь сделала вот она из сахара сердечко. Из сахара сердечко. Одни сердечки. Теперь осталось только размешать и выпить сердечко. Позавтракали. Можем идти дальше. И хочется потрогать оленятки, зайцы. Наше путешествие с вами начнется по Праге на Вацлавской площади. Видите, здесь установили каток. Дети катаются с утра. О, цікаво? Наблюдать. Как кто-то катается, да? Все в основном детки катаются. Есть такие штучки. Держишься и катаешься. Нет, у тебя коньки даже нет. Она уже готова спрыгнуть. Бабушка Таня, давай кататься по льду. Умеете? Наверное, когда-то была фигуристкой. А-а-а. Сейчас смотрю, наверное, уже бы не стала. Так надо вставать и учить тогда внучек. Внучек. А я никогда не вставала и боюсь. Ой, конечно, мы жили в такой стране, где только солнце в основном. Ты вставала? Молодец. Надо научиться, надо все уметь. Я обожала, у меня были фигурные коньки, как раз вот эти вот, вот чешские такие, вот классные, три звезды. Все, идем дальше. Ни в какую. О, смотри, как девушка катается, молодец. Ух,
Завидую. Тумитка. Не, падать нет. Падать нехорошо. Занималась такой фигурным катанием. Декілька років. Подходим к елке. Но это не главная елка. Мы покажем вам на Староместской площади главную елку. Это тоже красиво. Люди ходят с ушками. Оленятку, ну, кстати, надо было девочкам тоже одеть. Может, вечером еще. Погода, прелесть. Сейчас показывает плюс 8, а завтра до плюс 11. Весна пришла. О, пахнет бургами, тельдельниками. Но мы уже так наели, что мы уже ничего не едим. Подружки, не отстаем, не отстаем. Не отстаем. А полиция проехала. Вот в этом месте, да? Помню. Ева, первая, я за ней. Машина полиции проезжала. Ялынка откуда такую, да, вырастили, смотри. Ага. Она цельная, причем, я думала, она убрали. Нет, цель, но это еще не главное. Главное, она Староместской стоит, да. Такая огромная. Огромная елочка. Именно елочка. Видите, ветки так вот свисают. Шары огромные. Ветер сейчас. Посмотрите, какая она красивая. Оу. Иду. Так, просят их снять. Давай. Лучше, конечно, Лучше, конечно, снимать вечером там на Староместской площади. Мы еще снимем. Ну давай, днем снимем, ничего, нормально, да? Здесь скатерти рождественские. Какие красивые. И вот еще тоже. Знаете, такой плотный, как гобелен. Такой плотности, я имею в виду. Что еще у нас здесь продают? Шоколадки с видами Праги. Тоже. Тоже здоровый. О, ярко так светит свет. И конфеты. Все пражское. Так. Вязаные носки. Игрушки. Вот игрушки, конечно, другие немножко. Снеговички. О, вот это мне очень нравится, смотрите. Заснеженные домики. Красиво, да? Вот здесь тоже. Елочные игрушки разные. Это современные. Моя подруга собирает такие старинные игрушки. Елочные. Интересно. Прага. Юга, вечером, как придем. Да. О, люди с рожками ходят. Видишь, забыли. Оленятка, что-то не оделась. Тордельники делают здесь. Тордельники. Кстати, это не национальная чешская выпечка. Но уже везде продают здесь. Такое и уже во Львове, и в Киеве тоже тордельники продают. Музыка здесь такая рождественская играет, создает настроение людям. Все собираются, пьют глинтвейны. Ну, мало народу. Мне кажется, больше здесь туристов. Потому что сами чехи, наверное, готовятся к Рождеству. Что? Баба Люба добежала и все. Главное сказать «Баба Люба», да? А что дальше, неинтересно. Баба Люба твоя.
все, и баба Тома, и баба Люба, все, все ее. И Ева ее. Ева моя. Я возьму Ева моя. И моя. Ева моя, Ева. И моя. И моя. Я ничья. Ладно. О. Сегодня, кстати, на Староместской площади мэр города какое-то мероприятие организовывает. А Староместская там самая главная площадь. А здесь вот бесплатно раздают кофе, водичку. Кто что хочет? Печеные каштаны, да. О, Вероника вообще залезла уже на бабушку дому. Еще не успели выйти. О! Ничего интересно, надо свысока. Да, да, свысока все посмотреть нужно, да? А ты тоже хочешь на бабу Свету залезть? Да, 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 да. Она, ты уже почти ростом, как бабушка Света. Уже наравне почти. Куда? В этом магазине, смотрите, каннабис продают. Написано «каннабис». И вот это, кстати, он и растет. А, это искусственный. Я думала, настоящий. А народу... Вчера я ничего не снимала, потому что был день траура. И мы из дома не выходили. Сидели дома. Лебеди, слоники. Еще есть маленькие, смотрите, черные и белые лебеди. Мы решили не идти в такую толпу. Очень много людей. Мы сейчас вечером пойдем. Вечером тоже, конечно, будет толпа. Еще будет больше, да? Еще будет больше, но ничего, зато будет празднично, огоньки будут гореть. Пошли на набережную. Сейчас там свернем. Она хочет на Францисканский. А, на Францисканский? Я не пойду на набережную. Ладно, ну пошли. Пошли тогда на Францисканский. Здесь цветной хрусталь. О, как здесь красиво. Боже, вот это. Сколько стоит, интересно, вот эта маленькая вазочка? Вот так я потребую. Ну-ну. Я как раз... на вазе. Вот да, маленькая. Да. Ну, я, конечно, люблю больше такое, знаете... Чуть-чуть киточку. Орхидейку. Нет, эту лотос не хочу. Орхидейка? Витка. А, не. То для такие. Не, вот где я сижу в оркестре, а где Ева? Ага. Дело не подсказано. Так, сейчас посмотрим. Лысина не подходит. Светленькая. А вон ты, Света, на гитаре играешь. Да, вот. Да, да, да. А я. А Вероника тоже. Нет, о, Ева. Ева нет, это седая. Кто-то седой. Ева в парике. Да тихо. Сейчас. Ищу женщин же. Я же не подсказываю. Ищу девушку. Вот, скрипка играет. Нет. Тоже нет. Так, тогда попытки, не знаю. Вот с дудочкой стоишь. Нет, одна попытка у вас. Осталась одна попытка. Вот песенку поешь, что ли? Да. По реке. Бабушка Таня, тогда вы за роялем. Я за роялем? Да. Вам подходит такой. Ой, ну красиво. Меньше инструмент, это не по мне. Да-да. О, смотрите, какой красивый, да, хрусталь? А вот Ника, наверное, вот там на скрипке играть. Не, она тоже любит попеть. Она дирижер. Ника дирижер. Ника, ты где? Она дирижер. Дирижер Гривочина. Но она переодетая. На пианино. Она пианино. Бабушка Таня, все, значит. А барабан не хочешь, барабан? О, это баба Тома на барабане. Он барабан. Да, баба Тома, ты на барабане? Здесь кузнец работает. Что же он кует? Вот такие вот колокольчики. Ой, пахнет-то. Ой, хоть бы куртку не прожечь. Розочку делает, смотрите. Класс, да? Рождается розочка. Вот такие вот сейчас вам покажу. Розочки. Такие цветные. Ангелочки такие тоже есть. А сапожочки, посмотрите, какие сапожочки. Как настоящие. Это ж надо выковать, да? А так
Так они настоящие, кожаные. О, я думала, выкованные. А это ляпушка, мухобойка. Много здесь чего интересного есть. Кто любит такие вот вещички. А розочки разных размеров. Есть вот такие маленькие, по 180 крон. Есть такие большие. Ну, у кого дома интерьер, знаете, тому, наверное, хорошо. На подарок можно взять. Интересно, можно здесь? Смотрите. Мне разрешили позвенеть. А где Вероничка-то? Зрители, думала показать вам Прагу, но Вероничка захотела на детскую площадку. И уже все. Давно не была. Эй, осторожно, осторожно, Света, держи ее. Все время дожди были, холодно было, поэтому не ходили на площадке. Вот жалко, сегодня хотела показать вам мэр города Праги. Мэра города Праги. Ну, не получится. У нас детская площадка. Ну да. Ну да. А мы для чего сюда приехали? Чтобы с внучками побыть. Поэтому, зрители, извиняйте. Все по их желанию. Да, все по желанию деток. О, о. Да, да, да. Еве не дала. Все? 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 Вот тебе, пожалуйста, 2 минуты и все. Все, где Ева? Где Ева? Мы же сказали, где Ева. А, Еве сказали, давай еще 2 минуты и освободим. Ух, и здесь елочка украшенная. Бьют колокола Девы Марии Снежной. А здесь тоже елочка. Здесь растет она. Ее просто украсили. Такими шарами. А Ева любит играть вот здесь, лабиринт. Здесь изгородь такая. А, вон они со Светой играют в лабиринте. Попробуй здесь найди. Свет-то видно хорошо. А Света побежала туда. Уже рост такой, что видно шапочку. Да. Нашла? Куда пропал? Ага, здесь не найдешь. Наша Света тоже умеет прятаться. Здесь летом обычно фонтанчики. Ага, вон они как раз, да. Это Дева Мария Снежный. Да, там звонарь колокола бьет. 12 часов. Это ж подняться на такую высоту нужно. И там же лифта нет, наверное. Там нужно пешком подниматься. Высота, я не знаю, сколько тут метров. Надо посмотреть. А вообще планировалось 3 раза выше. Представляете, какой был бы собор высоченный. Даже для нашего времени. Я понимаю, в наше время его построить. Краны, да? А как в те времена строили, я не могу понять. Здесь внутри пустоты. О, здесь подстригли, уже ниже здесь сделали. Видите, будет, наверное, стричь низко будут стричь, наверное. А там уже высоко пошло. Ага, здесь вам подстригли. Здесь уже не спрячешься, Ева. Здесь уже низко подстригли.
Света в таком ярком, что ее будет видно. Да, да, да. Люди приехали на Рождество. Смотрите, розы какие зеленые стоят. Листья даже не падали. И зеленый. Ева, Марк. Вот такая зима в Праге. Самая холодная, наверное, какая температура здесь? Ну, тут же обычно минус 2, минус 1, тут такая стабильно. Но було в цьому році більше мінусу, то сніг випав, так, ну, буквально пару днів, все. Ну, і все, тепер вже весна почнеться. В прошлому році ми що, не було зими? Да, да, да. Вообще не було. Пару раз мокрий сніг в прошлому році випав. Я помню, Вероничка там сидить. Дай подержать. Я з капота машини збирала це, щоб воно тече. О, ще одна біжить. А тика. Попробуй її знайди. А теперь Вероничка с вами будет бегать. Все, ловите ее. Света, ты с ней прячься. Не оставляй ее. Декабрь месяц. Листья зеленые, зеленые. А? Да, а завтра 11. Ворви иногда весь зеленый, вот смотрите. Нет, с Веронички. Только я хорошо снимаю. Подивись, люди теж з вами. Бачиш, ага. Всі листя на місці, да, а сніг да. Кругом. Да. Вон, бачиш, зелено все, зелено, сніг випав. Ну так, да. Ну от зима, самий, от сніг же вже випав. І скільки днів держався в цьому році сніг? Такі, бачиш, такі, як от вони заходили, ну, ввечері дуже гарно. Так, так, да, да. Вечір сьогодні якраз можуть підемо гуляти. Такі же колокольчики, такі, як от там. Ага. На площі. Да. Коли вечором сіяє, то да. Сяє. От я вообще удивляюсь, що рози навіть ну, так я же не жовтіють, а листя все время зелені. Та зелень, це я тоді перший раз, як в Європу попала, в Гамбург, і це побачила, то для мене було таке диво, як це зима, ми приїхали на Різдво, приїхали, все зелене, сніжок є, є трава зелена, рози квітнуть все-таки. І під ялиночками зайці бігають. Я думала, що в мене галюніки якісь зайці. А то вони, для них це не так да. Не треба. Живая изгородь, а внизу, чтобы не было пусто, видите, плющик садят. Плющик высажен. А так, если не посадить, то там будет голо и будет видна земля. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Ах, вот вы где! Поймались! Ага, нет? Нету Веронички. А вот она. Птички даже поехали. Все, Вероника, пошли домой. В магазин пойдем. Нет. Нет? А что будешь? Пошли. Обязательно нужно понюхать, как же. Вероника Азизовна покажет фокус. Смотрите, бамс, палочку совывает. Нема палочки. Раз, два, три. Фокус, фокус. О, появилась палочка. Ура! Так. 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 Пошлите. Давай. Ура! Фокус получился. С этой стороны Вацлавской площади тоже ярмарка.
глинтвейн люди пьют, отдыхают, гуляют. Вечером красиво, когда эти огоньки все горят.